Ни для кого не секрет, что проезжающий рядом автомобиль госавтоинспекции заставляет водителей быть более бдительными и сосредоточенными на дороге. Выявить правонарушителя в таком случае куда сложнее. А потому сотрудниками ГАИ проводится негласная форма контроля. Они пресекают грубые нарушения на машине гражданского исполнения без специальной окраски. Основной акцент на водителей мототранспорта. Такой вид контроля осуществляется на постоянной основе и проводится как в городах, так и на трассах. С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототранспорта. В этих авариях 3 человека погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Стоит отметить, что в 16 ДТП виноваты были сами мотоциклисты. Специалисты отмечают, что весенне-летний период времени проблема травматизма с участием любителей двухколесного транспорта обостряется. А потому при движении на мотоцикле всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности.